В завершении выпуска о творческих победах. Вокально-эстрадный ансамбль «Коктейль» Дома культуры «Юбилейный» с триумфом вернулся из Санкт-Петербурга. Там проходил международный фестиваль «Артнова». На престижном конкурсе пангадинцы представили два произведения, одно из которых исполнили впервые. Дебют пангадинцев оценивали знаменитые педагоги с деятелей искусств. Сложность репертуара, техническое мастерство исполнителей, артистизм были удостоены высшей награды – гран-при фестиваля. А в качестве приятного бонуса председатель жюри, народная артистка России Роксана Бабаян, оставила автограф с пожеланием удачи. Мы хотели посмотреть, получится ли, отреагируют ли зрители, жюри. Отреагировали. Вот. Жюри сказали, что вы нас приятно поразили, удивили, и что филигранное исполнение. Поэтому мы счастливы, что так все сложилось. Добавим, что «Коктейль» является неоднократным победителем международных, всероссийских, окружных творческих конкурсов. Участники ансамбля уже готовятся к следующему отборочному туру корпоративного фестиваля «Факел». А в следующем году коллектив отметит свое 25-летие большой концертной программой. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи в эфире.